Падіння курса фунта из-за Брексита ударило по доходам оператора тоннеля под проливом Ла-Манш. Франко-британская группа ухудшила прогноз выручки на этот год на 4,3%, а прибыли на 4,5%, рассчитывая, что среднегодовая стоимость фунта к евро будет ниже на 7%, чем в прошлом году. После референдума фунт подешевел на 13%. Две трети доходов компания получает от транспортировки автомобилей по тоннелю, соединяющему Великобританию с континентальной Европой. Причем 80% клиентов – британские, остальные – от железнодорожных пассажирских перевозок. Акции компании упали на 30% после того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Сыграла роль снижение объема пассажирских перевозок на 3% в первой половине года из-за терактов в Брюсселе и продолжительных забастовок транспорта во Франции.